Украинские силовики продолжают проведение провокаций, используя при этом танки, самоходные артиллерийские установки, минометы, противотанковые управляемые ракеты, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Обстрелом подверглись населенные пункты Широкино, район аэропорта и Вольво-центр, шахта Октябрьская, поселок Октябрь, Горловка, Спартак, Жабичево, Саханка, Старомихайловка, Таврическая, Николаевка. В очередной раз наиболее активно танковому минометному обстрелу подвергся населенный пункт Широкино. Там зафиксированы обстрелы из танков 25 выстрелов, из минометов калибра 120 82 мм 98 выстрелов. В результате обстрелов потери вооруженных сил ДНР составили 1 человек ранен. Важно отметить, что украинская сторона в последние дни преднамеренно обстреливает представителей международных мониторинговых миссий. В частности, 8 мая украинские силовики целенаправленно обстреляли из АГС представителей фонда исследования проблем демократии, прибывших в населенный пункт Широкино, с гражданской миссией. Обстрел начался в момент, когда сотрудники фонда приступили к исследованию разорвавшихся воронок, появившихся в результате применения украинскими силовиками снарядов запрещенного калибра. Кроме того, 11 мая со стороны позиции ВСУ велся огонь по населенному пункту Широкино, на территории которой в этот момент находилась патруль миссии ОБСЕ. В целях безопасности представители миссии были вынуждены покинуть населенный пункт вглубь территории ДНР. Вероятнее всего, украинская сторона преследует цель затруднить работу международных мониторинговых миссий по выявлению фактов применения запрещенного вооружения ВСУ. Но несмотря на это, представителям миссии ОБСЕ зафиксировано в демилитаризованной зоне на территории, контролируемой украинскими силовиками, 2 РСЗО БМ-30 «Смерч», 1 РСЗО БМ-21 «Град» и 4 буксируемые пушки, предположительно М-46 калибром 130 мм, с дальностью стрельбы до 27 км. 2 152-мм гаубицы М-100Б, что является грубым нарушением минских договоренностей со стороны Украины. Более того, беспилотным аппаратом миссии ОБСЕ была зафиксирована стрельба из 3 гаубиц калибра 152 мм из населенного пункта Пионерская в восточном направлении от города Мариуполь. Через 2 часа этот же беспилотный аппарат зафиксировал горящий дом в населенном пункте Широкино, что подтверждает применение украинскими силовиками запрещенного оружия. И в заключение обращаемся к руководству АТО. Требуем предоставить в течение суток неопровержимые доказательства нахождения на территории под контролем вооруженных сил ДНР точки У. В противном случае заявления главного инспектора Министерства обороны Украины Валентина Федичева будут считаться голословными, что в очередной раз подорвет авторитет к информации официального Киева.